усложнил тем самым своей команде Максим Григорьев задачу. Забивать нужно на второй. Так оно и происходит. И нужно нарушать правила хвостов. Это перехват. Это не нарушение правил. Это перехват. Поэтому играем дальше. Никакого фола не было. Нужно палить нижегородцам. Они держат и совершают перехват. Семен Антонов на Берзинша. Тот бросает издали и забивает. Каспарс Берзинш. Тайм-аут. Нет, это тайм-аут. Каспарс Берзинш забивает в сумасшедшей совершенно защите атаки. И выводит Нижний вперед. 93-92. Вот это концовка от Нижнего.